Всем привет! Когда я в 97-м году, 98-м примерно, учился в 22-м лицее на мастера по ремонту холодильного оборудования, там создался как бы ансамбль русского народного танца. Я пошел туда танцевать. Ну и вот, 20 лет прошло, нас пригласили на юбилей, маленько посидели в ДК, посмотрели концерт, очень понравился. Еще мы оцифровали видео старые, которые были там в момент моей учебы.
Видишь сверху фамилии, кто погиб в войне? Написано, чтобы помнили. Пуштулинский мрамор. Написано, что большой камень. Откуда ты знаешь? Не видишь прожилки. Большой камень, да? Всем здравствуйте. Немного того у своего мужа, так как он не очень разговорчив. В первую очередь, думаю, стоит отметить, что в состав ансамбля приходили люди, которые вообще не имели никаких танцевальных навыков, подавляющее большинство, то есть ни в какие школы танцевальные никуда не ходили и начинали все с нуля. В итоге добивались неплохих успехов, участвовали в конкурсах, занимали места. Все было на инициативе, и костюмы шили тоже там же в лицее. В итоге некоторые из тех, кто участвовал в ансамбле, поменяли профессию, то есть учились на холодильщиков, на другие какие-то профессии, а перешли в танец, и некоторые стали хореографами. Все благодаря это руководителю Коротких Юрий Александрович. По сей день он занимается этим ансамблем в 22-м лицее. Все его поздравляли, вот на концерт мы ездили. К сожалению, съемка получилась некачественная, потому что как-то там, во-первых, свет был неправильно сделан. Мы сидели, нам в глаза фонари светили, и, соответственно, и засвеченная съемка получилась. Мы сидели довольно-таки далеко. Концерт, конечно, получился очень интересный, и русские народные танцы были, и современные, и детки там выступали. Девчонкам больше всего понравился танец, там китайские костюмы какие-то были, очень красочные, с драконом, к сожалению, не засняли.